Так, ребенок мой завтракает, я сейчас тоже буду яичницу. А что на передней парте сижу? Мне зато потом домашний палочек достану. Да, вчера же не кормили в школе, да? Свет выключили, и Людмила Валентиновна купила всем печенье. Ура! Так что сегодня надо... Я куда все съел. Угу. Так, все, садись хорошо, давай позавтракаем и учить уроки. Я уже кайфую. Ну что, всем доброго утра уже точно, потому что мы уже сложили постели. Я заложила стирку, развесила белье по батареям, которое уже достиралось. И сейчас буду готовить обед. Это будет галушки. Вот бульон из утки уже есть, так что осталось только все туда добавить в бульон, и все отлично. У нас, кстати, без 15:10 шел дождь, наверное, всю ночь. Но когда мы ложились спать, он шел. И когда мы проснулись, он тоже шел. Поэтому не знаю. Наверное, всю ночь. И сейчас его вроде бы нет. Пойду сейчас посмотрю, что там у нас на улице творится. И будем готовить галушки. Вот она такая погода. Вышла сейчас везде свет повыключать. А то до сих пор горит. Да, дождя уже нет, но... пасмурно и сыро, и серо, и какая-то такая сырость осенняя вообще. Так круто шуршат камушки. Ой, даже ветерочек такой небольшой у нас. Надо уже выходить, все здесь убирать, выгребать. Так, теперь у нас английский. Математику русский мы сделаем. Слушай, там что, такой туман, что ли? Может, и снег пойдет. Вообще туманище, да? Яблоко. Так, давай писать, что такое большой и маленький. Господи. Биг. Как пиг. Да, как будто пиг. Биг. Да? Ну да. Как пиг. А у нас выключили свет. Хорошо, что мы с Гришей хоть уроки успели сделать, да? Вот вчера сделали уроки. Да, а вчера родители и магазины, и в школе даже не было света, да, сидели да. без света. Все на шаверму и пиццу все купили. Угу. Правильно говорится, шаверма, люди. Нет. Да. Да. Нет, Гриша, и шаурма, и так говорится, это одно и то же. Мне шаверма нравится. Ну, говорит и так. Угу. Так, давай одеваться, принеси немножко дровишек тоненьких, чтобы я распалила. Сейчас хорошо? Принесу. Так, пусть там все будет полное. Так, теперь хорошо, что у меня есть фонарик на телефоне. Готовлю, в общем-то, галушки. В темноте тут замешала тесто. И сейчас уже его буду добавлять сюда. Григорий горячее. Все, отходи. Ой, давай сейчас майся. Сюда готовлю. Гриш, уже 11 часов, скоро уже в школе. А, еще не 11 часов. Да. Через 10 минут только. Да. Так, в общем, доготавливаем галушки, и будет Григорий обедать. Сынуль, что происходит? Меня тут нет. Сынуля, что с тобой? И кто это будет все убирать? Ты. А кто еще у нас в доме? Хозяин, а? Не знаю. Сейчас проверим. Я не думаю, что эта проверка тебе понравится. Ну ладно, я лучше сам построю новый дом. Что она заберет все? Да? Так, у нас сегодня рабочий день. Привезли мы с хутора петрушку, а то на хуторе-то света нет. Будем вязать. Мы же с Григорием едем домой. Я надеюсь, что у нас уже свет дали. Но, не знаю, едем, а тут вообще в домах нигде нет света до сих пор. Поэтому неизвестно, что у нас там еще, но... Да, ну, конечно, без света-то плохо. Я хотел приехать, а под ветром посидеть. Да, конечно, тебе надо уроки выучить. Подожди, подожди, подожди. Ну, думаю, моя мечта не сбудется. Гриш, тебе нужно выучить уроки сегодня все. А что? Потому что мы завтра опять утром поедем вязать туда до бабушки с дедушкой. Я дома останусь. Нет, и ты со мной же поедешь. Так, нету у нас света. Мы топим котел. Григорий принес вот таких вот дровишек, которых на распалку. Так что сейчас... Как я буду есть вопрос жизни и смерти? Так, иди переоденься, у Гриши свой фонарик, у меня свой это телефон. Это мы с бабой ходили. Да, так что сейчас разгорится. Я еще чуть-чуть подкину. Мама, я пошел. И будет у нас счастье.
Я надеюсь, что скоро должны уже дать свет, уже даже начало шестого. Как страшно. Кто приехал? Это кто такой, Афонь? Дед Мороз. Дед Мороз? Покажи, да. Что это такое? Это Google, это Дед Мороз. Это Снегурочка, это Дед Мороз? Да. И что нам делать надо? Подарки надо. А ты стишок выучил, подарок мой? Нет. А что нет? А к нам приехали гости, да? Опять. Что это за гости? Как вас зовут, гости? Ты кто? Мама, девчуля, ты кто? Я буду сейчас глотать. Глотай чай. Девочка, как тебя зовут? Девочка, как тебя зовут? Мама, смотри. Мы тут хотели это упражнение сделать. Упра, тут уже звонок. Ну, просто напиши его упражнение. Упражнение и все. И все, домашние работы тогда не нужны. Да. Ну, ладно. А когда ты, я помню, ты говорила, зачеркивай и пиши сначала. Гриш. А во что вы тут играете? В дочки и матери. А кто дочка? Дочка, ты, я мама, ты папа, а там сынок убирает и учит уроки. А я играю, а я пишу комментарии. Кому? У Яны. А у Яны мы сегодня поменялись туфлями. Ну и купите как? Купите мне такие же. А я не видела, я спрошу тети Вики, где она такие покупала, хорошо? Тебе такие же надо, да? Угу. А какие? О, розовые с блестяшками на каблуках. И тут блестки. Холодец! Пойдем посмотрим, что ты сделала. А кто сейчас сделал? Что сделал? Я посмотрю. Значит, это значит, кто так сделал? Так, тебе двойка. Значит, это вычеркиваем неправильно написал. Это тоже неправильно. Это тоже неправильно. Ты то делал, Моль. Значит, быстро переписываешь свое домашнее задание по школе, что тебе задала Нарина Васильевна. Ты плохо себя в школе сегодня делала? Нет. Папа. Нина. Аля. Опять. Аля. Она лю дома. Ты делаешь уроки? Да. Так, напекла я тут пряников. Это будут у меня мишки. В общем, сейчас все это остынет. Будем все расписывать. Ямщиком был молод и не ясен. А вот еще я попробовала испечь большущий пряник с начинкой, как я пекла бабушке Тае. А здесь у меня вот такое вот пюре яблочно-сливовое. Завела свой проектор. Мишки у меня в проекторе. Сейчас будем переносить рисунок. Так, находим вот картинки. Картинки здесь перевернутые, получается. В общем... Находим папку «Новый год». Как-то так? Угу. Так, «Новый год», вот он. И здесь теперь находим моего медвежоночка. А что они вверх? Вверх ногами. Ну, вот так вот нужно вверх ногами, чтобы было удобнее. Вот он. Нет, предыдущий. Ой. Вот он, по-моему, медвежонок. Да, вот он. Нужно нажать еще на паузу. Вот. И потому смотри, что здесь слайд-шоу. Вот, например. Да, моя сейчас будем сейчас его обводить. Будет, да? Все, отходи, Зай. Будем сейчас его обводить. Прям простым карандашом по прянику. Я перенесла через проектор картинку Мишки. Вот, и сейчас буду начинать все заливать. Сейчас буду делать... из сахарной пудры, в общем, глазурь, айсинг.
150 грамм. Все сюда просеиваю. Потом один белок хорошо вымытого яйца. Вот. В горячей воде, в общем, насколько можно, все это нужно прям очистить его. И сок лимона. Вот у меня лимон. Вот, и все это взбиваем 2 минуты. Но я буду делать на 2 порции, поэтому время взбивания немножечко увеличу. Покажи, Маргариточка, чем вы занимались? Что это такое? А что, кого это ты? Лунтик, пони. Так, еще. Леди Баб. Леди Баб вторая, пони третья. Угу. Нас хотели сегодня пожалуйста. Зай, ну это Гришин школьный пластилин. Гриш, убери его, пожалуйста. Я его положил к себе в портфель. Ну, пойди и убери, значит. Нет, это Фольга взяла его. Гриш, пойди убери, это твое. Нет, это я взяла. Так, а ты что там принес, Афонь? Это мой Андрей. Афоня, покажи, чем ты занимался. Это кто? Это щенячий патруль. Андрин, как у меня, только у меня... А это Оливье Поле. Да, Бакарин Поле. И мое снятие. А Афоне 4. Да. А у меня 2, потому что этот потерялся, и я хотела себе еще. Это вот мой Андрин. Только он... Это он в маске, никак у Афоне. Он просто, он перетился. Зоечка, у тебя что? А что это, Зой? А там меня печатали. Тебе напечатали? Да, Бакарполе, Пони. Можно разукрасим пряники? Нет, пряников нету сейчас для разукрашивания. И нету. А что это случилось? Да, ну и как? Кто победил? Не, ну смотри. Это в первом туре Афоня и Зоя первое место. Второе, все вместе заняло. И третье, Маргарита и Афоня. Что, давайте, мы третье. Первое место Афоня заняло. Другое. Афонь, ты что, первое место? Третье место. А как ты танцевал? Покажи, Афонь. Афонь, ты в танцах? Мама, кики будто. Вот тут кики. Я 26. 26! 50. Помогите мне выбрать наряд. 76. Я не могу. Так, попроси Афоню. Афонь, помоги Маргосе выбрать наряд, ладно? Нет, никаких платьев. Вот такие вот прянички Мишки получились. Один, к сожалению, упал. Прям я его брала, и он прям на стол упал, и немножко треснула голова. Поэтому его теперь доедает моя любимая принцесса. Ну как тебе пряники, тетя Верина? Можно есть? Да? Вот, а вот эти вот буду упаковывать завтра и в магазин. Еще немножечко здесь хочу беленьким такие... на шарфике сделать. Мне нравится. Так, мы с Зоей ждем уже родителей, да, Зоечка? Зоя оделась, Маргося тоже оделась. И теперь мы ждем родителей. Маргарита, ты опять кривляешься? Вот улыбку нормальную, хорошо? Улыбка! Улыбка! Маргарита закрыла рот. Маргарита, будем ругаться? Нет. Ты там катается? Кто ждет маму с папой?
Не ты? Я. Девчонки, пока. Давай, руку. До свидания. Приедете еще? Да. У меня паник. Да, это а сейчас кто? Маргарита тебя отломает. Там один человечек остался. Хорошо? Давай, Зоя, одевай куртку. Ты руку оденьте сперва. Давай я разломаю? Нет. Ты в машине разломаешь? Нет, сама его покушаю. Маргарита, я тебе на двоих дала. Нет, сама его кушаю. И его с кем? Маргарита, посмотри на меня. Мы как договорились? Я хочу одна себе. Плохо. Давай, давай, делись с сестрой. А чем делиться? Пряником. Не знаю, говорит. Давай, шрайте вот этот Марго. Пряник. Пряник, шапку. Человечек. Да, да. Шапку. Его разорвали. Теперь он без руки. Духу да. Прах. Давай вторую. А это я съем полностью. Зоя, вторую. Ну ногу-то хоть дай еще сестре. Нет, пусть руку есть, ты все.